Легковушка влетела в столб в тракторозаводском районе. Людей в машине зажало искореженным железом. Водитель и его пассажирка преклонных лет получили серьезные травмы. Как извлекали пострадавших, смотрите прямо сейчас. Сейчас знаем побольше. Терпите, башка. Это кадры спасательной операции на Брадокалмакском тракте. Специалисты пытаются деблокировать пострадавших из салона машины. В разбитой легковушке находится пенсионерка и ее внук, который на момент ДТП был за рулем. Сейчас потихоньку. Терпи. Ноги подними. Терпи. Уже все почти. Мужчину удалось извлечь первым. Медики диагностировали у пострадавшего перелом тазобедренного сустава. А вот чтобы достать бабушку с переднего пассажирского сиденья, спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент. 3, 4, вверх! Прижали! Носилки выведем! Давай, пошли! Пожилую женщину с переломом руки, травмами головы и нижних конечностей передали врачам скорой помощи. По предварительной версии, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в столб. Елена Абросимова, 31 канал.